пришли в Праге в Макдональдс. Думали в туалет зайти с ним. Туалет стоит 10 крон. Но тут можно бесплатно сходить. Есть такое... Для инвалидов бесплатно. Да. А так 10 крон, 30 рублей стоит туалет. Даже если ты тут покушал, все, оплатил. Туалет по-любому ты должен оплатить 10 крон. Обалдеть. Еще за эти 10 крон туалет очередь, вот. Но рядом туалет для инвалидов, который можно бесплатно пройти. Орешек убежал у меня. Вот тебе и Макдональдс. Давай.